дата важная для вас? Это 29 кастрычника 37 года была черговая, але вельми добро продуманная спроба знищить белорусскую нацию. И они не забивали усих, не забивали миллионы, сотни тысяч раней. И они спробовали забить душу нашего народа. Бо те люди, которые были расстреляны в этот день, и они как раз и являлись носителями духовного того, что делает статок нации. И тому эта дата, она заслуговывает, как мы памятили про ее. И мы должны еще сегодня нагадать нащадкам тех катов. А когда они обураются, когда они делают провокации, ставят там, как наполохать людей на показ свои автозаки, значит, они лечат себе нащадками, значит, они бароны своих. Так вот, мы должны им нагадать, что их попередникам это прокатило, я кажусь. И они не несли отказности перед нацией. Ну, свои там некого позабивали. Але не было суда и не было отсуждения именовито за то, что они робили под стягом сталинизма. Так вот, у них уже не прокатит. А что на добрый толк сегодня даже улада могла пробить в этот день? Как она могла? Она повинна была провести траурное мероприятие, день жалобы. День жалобы. А эти люди, когда они не лечат себе нащадками, тут должны быть висеть стяг с черной стужкой. И они должны стать тут сами, вокруг этого места, со свечками. Когда бы они не лечили себе переемниками тих. Але они лечат, бо их головные лечат себе так. И он користается этими методами. У нас стоит помник Сталину. Какая ганьба. И еще я для тех, кто пропустил, кажу, этот день еще имеет еще для меня и другое значение. У весь частку значную вересня и кастричника мы робили то, что я называл терапией от страху. Мы поширали простору свободы. Мы закрывались выборами международными назиральниками. Назиральники съехали, международная пресса так само. И что мы теперь? Снова окажут назад в стойло. И мы повинны простору свободу треба боронить завсёды. Мы отвоевали ее, будем протягивать ее боронить. Сегодня пропонили санкции суд Лукашенко и чиновникам на 4 месяца. Это не как объедется вот на сегодняшней акции? Я думаю, что это объедется. Я скажу, Лукашенко погорячился, когда сказал, что вот там месяц, все, выборы скончились, все, свобода уже тоже закончила. Да дальше это. Вот теперь давайте поглядим. Давай. Давай, люди придут со свечками, давай. Вы не закликали приходить со стягами сегодня? Это мемориальная акция. И еще, я не хочу, как потом ее были отмазки, что это было не санкционировано некий митинг, там, лезвие не захоп. Бо я еще раз скажу, в очах тех людей, с которыми Лукашенко спробует поразуметься, и среди которых уже шмат его лоббистов, я маю на увазе заходней країни, карнать, арестовывать, хапать там человека, который стоит со свечкой, ну это абсолютно немощимо. Со свечкой, с кветкой немощимо. Тому я хочу ситуацию эту сделать вельми выразной. Когда будут хапать, то только за свечки. Ну и еще, безумовно, вы ведаете, что там организаторам акций, кто выступал на митингах, и весь час идут эти штрафы. Але шараговых удельников никого не кранули. И я вельми хотел бы, я же несу отказность за людей, как все дошли до хаты. И тому так само этот формат. Безумовно, я не буду ходить и забирать стяги и казать, приберите. Это святая речь, але люди, ну, я говорю, на свою отказность могут это делать. А вы плануете удельнить, что 6 у Куропаты в неделю? Коли у меня отрывается, потому что, на жаль, ситуация такая, что, ну, у меня особистые Куропаты есть, каких я николи не был. Я только литерально вот участвую в выборшей кампании 2010 года, доведался, где может быть похованный мой дед, який был арестован в 37 году и расстрелян в студии 38 года в Слуцкой тюрьме НКВД. Там есть 4 места похования, локализовать это не удалось. Я, мой приезжающий брат, мы собираемся объехать все эти 4 места и заодно заехать на могилу до другого моего деда, который был забит полицаями, которые сотрудничали с немцами под час войны, в ложку, хворый там на очах у семьи. И там могила 5 годов, батька не мог туда ездить, как брат ее забронял, приехать, который просто как прибрать. Когда будет такая машина, когда мы управимся в субботу, то, безумовно, я приеду. Але эта акция имеет сенс и для той акции дядов. Бо это некий баланс, даруйте, усталевывается. Я уже сказал тут,
да, шмат гадоў. Вот колькі Лукашенко ёсць, ніколі не забранялі гэта шэсце на дзяды. Гэта па сутнасці адзіная дазволеная дэманстрацыя па праспекце. Падумайце над гэтым, чаму так? Гэта ёсць пэўны сімвалізм. Апазіцыя збіраецца пад сваімі сцягамі з цэнтра краіны, бо Мінск это цэнтр краіны, з цэнтра Мінска, дзе цэнтр улады палітычнай, фінансавай, цэнтр культурнага жыцця грамадскага і сыходзіць да месцаў пахавання сама. Тут сімвалізм, які зразумела нават калгасніку непісьменнаму. Лукашэнка таму і матадыкіравана і дазваляе гэта. З тым, каб, ну, сімволіку прачытаеце самі, это лёгка. І таму проста гэта трэба рабіць, што робіцца на дзяды. Але такіх, але та павінна быць адна дэманстрацыя з 10. І таму сёння это такім чынам усталёўваецца некі баланс. Ось, мы не адмаўляемся ад цэнтра, мы тут, і мы будзем прэтэндаваць на тое, каб нашы сцягі луналі над дзяржавай, але мы шануем і гэтыя магілы. Балан. А, Лука Статкевіч, прабачце, вы гераічна казалі пра сваіх дзядоў, і той мой дзед таксама пастаў у НКВД, а другі мой дзед Марцел, сам працуючы ў НКВД, Пашын Васіль Ніколаевіч, прабачце. Але справа ў тым, што Фейсбук распішся на друк, Федор Шукін, можна вам пару питань задати? Зараз з нами тут на сувязі Валерій Шукін, були депутат Верховного Совету, чоловік, який вельми шмат потерпів, в принципі, від сьогоднішньої влади. Господар Валер, скажіть, будь ласка, чому ви сьогодні прийшли сюди? Ну, понимаете, мы не можем, не имеем права забывать тех людей, которые были безвинно уничтожены. Поэтому я хочу воздать память тем моим предкам, ну не моим личным предкам, а предкам белорусского народа, которые погибли в этот день. Вы некий час сами притримлювались коммунистичных идей? Я и до сих пор придерживаюсь их. Я был и остался человеком сельских убеждений, но это же, извините, одно дело иметь убеждение, другое дело стрелять. Вот. Это разные вещи. Ясно. Добро. Подумайте, коли ласка, Facebook у нас презентативного группа, где себе отмешите. Я вам писал листы, и как раз давайте спробуем партию улады ВКБ под вас. О, вот кто пришел мне уратовывать. Валерий. Великий Валерий Шукин, здравствуйте. Валерий, скажите, пожалуйста. Почему великий? А, пробачьте. Ну, мы зовут по российскому будет так само. Скажите, пожалуйста, Валерий. Владимир Некляев так само заявился на акции, он зараз дает интервью журналистам. Господарь Марина, можно у вас виноградова дорвать на хвилиночку? А, Ореховская? Ореховская. А, здорово. Павел, в прямом эфире, так сказать. Это первая акция после вертания в Минск? Да. И я к отчуванию? Я в восторге. А что именно это? Я очень сильно давно не участвовал в подобных движухах. И тут я иду, и прям как раньше, там того встретил. Все сюда идут. Я вообще очень рад. И на самом деле... Еще 18.30 нет, а людей уже больше, чем я ожидал. Увогуле, Павел, як бы ты в некий час после президентских выборов 2010 года был один из немногих людей, кто ладил уличные акции. А сегодня, после выборов 2015 года, не кадрадить уличные акции махчима? 100% не просто возможно. Это нужно делать, поскольку, как я понимаю, если власти сейчас... не будут себя вести как тупорылые гопники, как обычно. Они будут улыбаться во все 32 зуба Европе и говорить, что вот мы какие классные ребята. И, то есть сейчас, я думаю, с уличным движением станет попроще. Ну, я думаю, если что-то будет, какие-то последствия, то только штрафы. А припынение санкций супроти уладу, это на корысть, на дворотника, на шкоду? Я, откровенно говоря, не знаю, время покажет, потому что с одной стороны, если бы не сняли санкции, они бы могли себя вести как обычно и ничего, в принципе, не потерять. А сейчас санкции сняли, они, я думаю, будут пытаться все-таки более-менее цивилизованно себя вести. Ясно. Добро. Дякую велике за интервью. Добрый день.
на ты. Зараз на пляцоўцы каля будынку КДБ знаходзіцца некалькі дзясяткаў чалавек, гэта, мабыць, толькі ўдзельнікаў, плюс таксама некалькі дзясяткаў чалавек журналістаў. Пакуль што нічога не адбываецца, як бы палітыкі раздаюць інтэрв'ю, Мікола Статкевіч, Уладзімір Некляю, тут ёсць, як мы ўжо пагутарылі з Павлом Вінаградам, нейкія іншыя людзі таксама з'яўляюцца. Пакуль што сілавікі ёсць, прысутнічаюць, вось людзі там стаяць, як бы ўсё паказваюць, але яны ніяк не рэагуюць на тое, што адбываецца. Як бачым, ніякіх затрыманняў пакуль што і нават папярэджанняў Міколу Статкевічу не адбываецца. Сказав, записав, що це сердечки. З мікрофоном тепер ходиш? Треба запалювати свою. Не бань. Запалілі першую свечку зараз. Перший з ніч з'явився каля будинка КДБ. Ось жанчина стала. Пошли запишем, да? На ганку КДБ зараз запалюють знічки. Іра, кабель треба перевірити. Провір себе. Тут вроді би нормально все. А у тебе? Thank you.
справу робить величайшую. Не здарма центры Европы и сусвету. А что, у вас просто трансляция видео? Ага! Пропустите, ласка, можно вас записать, Синя? Конечно. Вы Ира. Ирина. Вы принесли сюда сегодня с ничьей. Можете растлумачить, чему вы это сделали? Конечно, господар Змитер. Сегодня черный день у белорусской истории. У ночь с 29 на 30, вы ведаете, были забиты больше за 130 белорусских диачов. І з гэтага пачалося сістэмнае забойства беларускага грамадства ў 30-е гады. Яно, канешне, і раней было, але менавіта з гэтай ночы яно пачалося сістэмна адбывацца. І сёння мы прыйшлі, каб ушанаваць памяць загінуўшых і дзеля таго, каб праўда гістарычная не забывалася, бо без гістарычнай праўды няма і будучыні. І можа так стацца, што ўсё вернецца і паўтарыцца. Менавіта дзеля таго, каб гэта не паўтарылася зноў, мы і сабраліся сёння тут. А колькі вы прынеслі свечак сёння? Я бачыў, што вы вельмі шмат іх запальвалі. Так, я дапамагаю, я прадстаўляю Малады фронт, і мы займаемся таксама гэтай акцыяй. Ага. А як нема страху, што вот запальваецца на будынку КДБ свечкі? Мы ведаеце, людзі, якія гіблі ў 30-е, яны ахвяравалі сваім жыццём. І мы не хацім, каб гэта ўсё паўтарылася. Таму мы тут і мы павінны узгадваць тое, што адбывалася, тыя трагічныя часы. Добра, дзякую вялікі. Дзякую. Можна пабачыць, што зараз людзі становяцца ў ланцуг паралельна праспекту незалежнасці. Людзі бяруць па-ранейшаму ў рукі знічы, трымаюць іх. Ніякай сімволікі насамрэч сёння няма. Ёсць толькі памінальныя свечкі, свечкі памяці. Цяжка падлічыць, напэўна, чалавек 40-50 можа быць зараз сярод удзельнікаў. Там нормально.
Только что з'явилась милиция за несанкционованную акцию. По-моему, те самые хлопцы, которые приходили на предыдущие акции с подарок Статкевича. И вот там идет разговор сейчас с Анатолием Лебедьким. Чтобы сделать память о себе, своим домом, как можно звуком, да? Вот то, что я буду говорить, через наукол. Слушайте, а вы Статкевичу пошли давно, пошли, да? Добрый день. Чем можно вас записать на хвилиночку? Скажите, Калиласка, с кем, с чьим портретом вы пришли сегодня на акцию? Это мой папочка. И он был репрессован? Да, ему... Подержите его. Так, давайте... Ой, ты что? Подержите, нет, фото подержите. Ему здесь 36 лет. Вы посмотрите, а он выглядит, как я сейчас. О, який это год? 41-й год. Вот его взяли в 41-м году. Вот такие дела. А за что он был арестован? Предписана агитация против коллективизации. Рассказал своим сослуживцам. Его посылали дело эти самые в Западную Белоруссию, когда, ну, грубо говоря, как они освободили, разрывали Польшу в надво и послали его туда строить колхозы. Ну и Белоруссии. А он сам работал в этом самом, на шестом этаже дома правительства, но правительство никакого отношения не имел, строительство колхозов, совхозов. Ну и славянцы, служивцы, они спросили, как там? Ну, говорит,
Ну что, они тоже бедные, но не сравнить с колхозниками. Это достаточно. Есть в этом интернете. Фамилия... А после скажите, какие лёсы его чекал? 40... Мне прислали после войны. Умер в 42-м году, 16 февраля. Это он побыл на курорте НКВД. Год и две недели. Вот. А где он был? В какой турме? Где-то... Астрахань где? Да. Вот. А что там в Астрахани? Ага. Как он? Где, о чем вы говорите? Какого года вы сами? Я 29-го года. Это вам 86 годов. 86. Вы прошли сегодня половины. Я родился, когда еще конка ходила. Я вот на Новомясницкой. Такая улица сгорела. Во время войны она недалеко от Немиги была, Ираковская. Вот такие дела. И не боитесь сегодня произошло, что тут могут побить? А, минутку, а что ж делать? Ну пусть побьют, поплачу, да успокоюсь. А что же делать? Ну что делать? Вот. Смотри, у правооборотов стыдай еще. Причина просто вартовали просто меня. Все, первый. Так я загасил. Там поздравляли. Протокол.
Подожди, я сказал, как вы сказали, что они пошли. И куда же я сказал? Виталий. Зараз супрацовники міліції складають протоколи на організатора акції, на Миколая Статкевича, Владимира Некляєва. Люди вельми їх осуджають, кажуть, що їх кажуть, хто ж ваші дяди були, коли ви не шануєте. Кажуть, дяди, мабуть, такі самі були катами, мовляв. Зараз вельми довго розтягнувся живий ланцюг удільників, мабуть, коля 150 чоловік удільничає в акції. Ну, поки що тихо, без затримання, тільки ось два міліціянти тільки на організатору складають протоколи. А тут вони вже штраф заставляють. А Коля у Нью-Йорк літає за народною службою. Його всі країни. Правда? Ведь там і міліція не відділа. Здорово. Давайте пойдемо трохи до них. 3,5. Я ланцюг уже розтягнувся амаль до городського. До городського вала. Під будинком по-ранейшому стоять такі незрозумілі люди у цивільному. Хто такі, що так, що робить, невідомо у чорненьким. Тільки що нам повідомила Марина Адамович, жінка Миколи Статкевича, що у Куропатах 20 хвилин тому були затримані громадські активісти Олесь Макаєв і В'ячеслав Сівчик. Поки що не зрозуміло, що іменно їм там інкримінують і за що відбулося затримання.
так. Так, сябры, раз, три хвилины акция будет скончена, свечки, лампады на приступке к этому будинку поставим, добро? Добро. Сябры. Все? Свечки поставим туда на приступке к этому будинку. Видишь, нету. Вернуть? Уже сказал, так. Акція підходить до завершення. Микола Статкевич обходит всех удельников. Это не настолько легкая задача, потому что нужно пройти довольно далекую отлеглость. И попереживает, что на приконце акции все свечки, все эти знички нужно поставить на приступки будинка КДБ. Люди уже начинают потиху ставить свечки. Покидать их тут. Покуль мы живые, Беларусь будет жить. Жив Беларусь! За нашу солидарность. Да. Можно, что проделать? Вот на фоне этого будинка. О, встань, я тоже встану. Микола, я на фоне этого будинка с вами сфотографирую. Безумовно. Не минают с вами, да, для нас. Так, так, давайте посмотрим. Все снимаем. Давайте посмотрим. Мы с вами встану, уже все. Давай забудем. Сегодня показали, что мы есть. Thank you.
одразу будемо казати, де його, а хто всі жили? Я сам учусь. Отец, я ще лейтенант. Господар Миколай, два. Молодые девчата вельми активно фотографуются с Миколаем Статкевичем. Смотри, Микола, можно пару слов вынику, выводу от этой акции? Как вам? Какие вы выники подаете от этой акции? Я, акция отрымалась, она отрымалась годно. И мы показали, что мы здольны заховывать ту простору свободы, якую мы отвоевали под час так званых выборов, незалежно до всяких назиральников, агитации и так далее. Мы будем змагаться за эту простору свободу. А некогда мы поширим ее на весь Минск и на всю Беларусь. Дякую. Дякую вам. Як бачимо, сьогоднішня акція пам'яті ахвяр
Чорної ночі в історії. Чорної ночі в історії Білорусі, 29 кастричника 1937 року, підходить до кінця. Як бачите, люди усталювали десятки пам'ятальних свічок на ганку будинку КДБ. Ніяких, у принципі, репресій, ніяких затримань сьогодні не відбулося. Апроч знову складання протоколу на організатора Миколу Статкевича, Володимира Некляєва. Звичайних удільників акції, здається, сьогодні не чапали. Акція підходить до логічного кінця. Напевно, про пару хвилин буде скінчуватися онлайн на сайті нашої Ніви. Всього доброго. Я отрубаю там.